Кто-то настойчиво хлопал его по щекам. Раз, другой. Клим открыл глаза и будто в тумане увидел лицо незнакомца, его широкую белозубую улыбку. Он не сразу понял, где он и что произошло. По телу разливались блаженное тепло и истома, а само оно было легким и невесомым, как пушинка. Такое впечатление, что он отлично выспался после тяжелого дня. Клим поднял голову и посмотрел вокруг. Все то же море, тот же мыс. Только солнце окончательно разогнало тучи и свободно сияло ровным золотистым светом. Вот его одежда, кем-то аккуратно сложенная на камнях. Непонятно откуда взявшаяся старенькая лодка со спущенными веслами на берегу. А сам он лежал на плотной подстилке, расстеленной на мелкой гальке, заботливо укутанный теплым ворсистым пледом. Клим протер глаза. «На вот, глотни!» Незнакомец, окончательно проступивший из тумана, протянул ему небольшую металлическую флягу, то ли виски, то ли какой-то бальзам на травах, приятно обжег нутро и прояснил сознание. Он все вспомнил. «Это я тебя должен благодарить?» «Да, хотя...» «Для меня это привычное дело. Я всего лишь выполнил свою работу как спасатель, оказавшийся в нужное время в нужном месте». Незнакомец сидел на корточках и внимательно рассматривал Клима оценивающим взглядом, как крупную добычу, только что выловленную из морских глубин. Чудной был этот спасатель, щупленький, неказистый, с внешностью студента-отличника. Молодой, лет 20 или чуть больше. Он отвел в сторону прядь светлых волос, выбеленных солнцем, и опять, непонятно чему, радостно улыбнулся. У него было интересное лицо, худое, но с очень правильными пропорциональными чертами, покрытое легким бронзовым загаром и необыкновенный цвет больших глаз, какой-то насыщенно зеленый, ближе к лазурному, напоминающий оттенок сочной морской волны. «А ты рисковый», – произнес парень, выкрутив свою мокрую рубашку и тут же нацепив ее обратно на худосочное тело. «Не каждый полезет в воду при такой температуре, да еще и заплывет далеко. Хорошо, что я был рядом». Клим поймал себя на мысли, как этот чахлик смог вытянуть из воды такого крупного мужика, как он. И вообще... С каких это пор в таких диких и практически безлюдных местах водятся спасатели, да еще в период межсезонья? «Спасибо, дружище», – сказал он. «Слушай, я сейчас без денег, но скоро приедет мой водитель, и я тебя щедро отблагодарю. Действительно, если бы не ты, мои шансы равнялись нулю». «Ты мне ничего не должен», мягко осадил парень, продолжая смотреть на него таким любопытным и изучающим взглядом, от которого Климу стало немного не по себе. И он отвел глаза в сторону. «Да ладно, не скромничай. Этим занятием на хлеб особо не заработаешь». «А я и не зарабатываю», – просто ответил спасатель. «Я выполняю свою работу». «Ладно. Ты меня совсем запутал. Студент?» – спросил Клим, затягиваясь чуть отсыревшей сигаретой. «Да, вечный», – рассмеялся парень. «А факультет? Нет, стой, сейчас я сам угадаю. Умение определять по лицам характеры, способности и наклонности людей было одной из коронных фишек Клима, которую он частенько применял в своей работе. «История, философия или ботаника», – сказал он после короткого размышления. «Ты почти все угадал, мои любимые науки. Такой продвинутый, значит, много знаешь». «Иногда мне кажется, что даже слишком», – посерьезнел спасатель. «Так много, что не знаю, куда и девать». «Тогда делись», – великодушно сказал Клим. Его заинтриговало начало разговора с этим случайным чудаком, которому он к тому же был обязан жизнью. «Место ты выбрал правильно, хорошее», – ни с того ни с сего объявил студент, сделав глоток из своей походной фляги. «Вот ты знаешь, что чуть не утонул у берегов божественной земли». Клим неуверенно пожал плечами.
А его собеседник продолжил. Полуостров, где расположен нынешний Севастополь, в догреческие времена назывался Фиолент, то есть Божественная земля. Неудивительно, что на ней находится немало древних святынь, а главное, именно здесь расположена базовая линия пирамид. «Ну-ка, ну-ка, продолжай», – оживился Клим. Он был любителем споров на тему околовсяческих явлений, которые всегда вызывали у него двоякий интерес. Крымское поле пирамид входит во взаимосвязанную мировую систему, образующую вокруг Земли информационно-энергетический каркас. Эти пирамиды работают как приемопередающие антенны, связанные со Вселенной, и существенно влияют на все жизненные процессы на Земле, включая гармонизацию уровня сознания людей. Крым вообще называют прямой тропой во Вселенную, а его самые сильные космические каналы находятся вблизи Севастополя и Ялты, ведь тут наибольшая концентрация крымских пирамид. И мы с тобой сейчас сидим в самом центре аккумулятора высших энергий на Фиоленте. «Я всегда чувствовал, что с этим местом что-то связано», – задумчиво произнес Клим. «Конечно!» Собеседник, похоже, искренне обрадовался этой поддержке. «Люди, прикасающиеся к священным тайнам крымских пирамид, не могут не ощутить высокочастотных вибраций этой земли. Только вот реакция у них бывает разная. Кто-то ощущает колоссальный прилив силы и энергии, а другие, напротив, упадок и обострение хронических заболеваний. Но это легко объясняется. Если человек готов к переходу на новую ступень сознания, то внутренняя трансформация ускоряется, а недостаток духовного потенциала личности всегда сопровождается энергетическим истощением. Мда, мудрено. А у меня, по-твоему, есть шанс на эту, как ее, трансмутацию? Полушутя, полусерьезно поинтересовался Клим. Думаю, да. Особенно, если у тебя здесь возникло много жизненно важных вопросов, которые долгое время упорно от себя отгонял. Ну, допустим, вопросы возникли, а ответы на них тут же выдаются. Вселенная всегда отвечает на внутренние просьбы каждого человека, присылая в его жизнь необходимое послание и нужных людей, способных помочь в решении тех или иных задач. Это универсальный закон. Главное, твоя личность готова к переменам, Клим. А откуда ты знаешь, как меня зовут? Моментально насторожился Клим. Не иначе, как этот шустрый парень заглянул в документы, когда переносил его одежду. Ах да, извини, я не успел представиться. Очень рад нашей встрече, я твой ангел-хранитель. Лучезарно улыбнулся спасатель и протянул свою тонкую руку. Клим ошарашенно посмотрел на чудака, а потом громко рассмеялся. «Ну, студент ты даешь!» «Молодец!» – развеселил. «А ты, оказывается, не только очень умный, но еще, как я погляжу, и очень скромный. Хотя, если разобраться, ты действительно мой ангел-спаситель». «Если точнее, то спасатель!» – с легкой улыбкой поправил чудак. «Это моя официальная должность, а по иерархии я значусь как посланник. Хотя, если честно...» Доверительно сказал он, близко наклонившись к Климу. «Мне не нравится ни первое, ни второе определение. Первое звучит почти как спаситель, но это привилегия высшего руководства. А второе у меня ассоциируется с какой-то вынужденной миротворческой акцией или разовой миссией милосердия. А вот хранитель – совсем другое дело. И по смыслу, и по содержанию». «Ну, хорошо, хранитель», – подхватил забавную игру Клим. «А звать-то тебя как? По-древнееврейски Малак, по-гречески Анджелос, но ты зови меня проще – Гел». «Слушай, я ошибся», – сказал Клим, с трудом сдерживая улыбку. «Я беру назад свои предположения о ботанике. Ты что, из церковно-приходской школы? Или из театрального института? Классно это у тебя получается. Будь я мнительной и экзальтированной особой, 100% поверил бы. Браво!» «Да у меня пока еще мало что получается», – искренне вздохнул студент, «но очень надеюсь, что получится с твоей помощью».
Слушай, а ангелы-хранители – это те, которые при рождении даются? Клим не спешил прерывать странную беседу. Свежий воздух, чудесное место и оригинал-фантазер отвлекли его от мрачных мыслей, и даже головная боль окончательно приутихла. «При рождении», – кивнул спасатель. «Значит, ты мой персональный телохранитель». «Что ж так слабенько работаешь?» – съязвил Клим. «Это ты о своей болезни?» – переспросил спасатель. «Ты сам взял ее на себя. Это следствие, а первопричина имеет давнюю кредитную историю, в которую я не имею права вмешиваться». «А ты откуда знаешь?» «Местный экстрасенс, что ли?» – мелькнула догадка. «Состояние нашего тела, его физического и душевного здоровья является зеркальным отражением жизненной философии человека». «Как ни в чем не бывало», – продолжил странный собеседник. «Слушай, не грузи!» – со злостью отмахнулся Клим. «У меня рак». «Знаю», – мягко сказал чудак, спокойно выдерживая натиск стальных сверлящих глаз. «Ты зря злишься и обижаешься. Вон уже какую цепочку себе накрутил». «Какую еще цепочку?» – уже более миролюбиво спросил Клим. «А вдруг этот крымский гуру действительно что-то знает?» «Обида. Это долго сдерживаемый гнев на себя, на других, на жизненные обстоятельства. Это своего рода энергетический тромб, который представляет для жизни человека серьезную угрозу. Самое опасное в обиде то, что однажды она внедряется в тело и, разрастаясь, начинает блокировать нормальное движение энергии, что может обернуться всевозможными опухолями. А на самом деле жизнь системна и гармонична. Просто нужно, Клим, понять ее правила игры. И правило номер один – умение по-настоящему быть счастливым. Клим поднялся с нагретой подстилки и подошел к морю, разминая затекшие ноги. День клонился к закату, и казалось, что вся окружающая природа готовилась к встрече ночного покоя. Улеглись беспокойные волны, приутих строптивый морской ветер, смолкли голосистые чайки. Меланхоличный слабый шум прибоя и звенящая тишина приятно обволакивали тело, расслабляли напряженные нервы. У него не было сейчас особого желания вступать в долгую дискуссию, тем более о болезни и о счастье. «Да что ты знаешь о счастье, философ?» Неожиданно для себя сказал Клим, резко обернувшись к парню. «Я не знаю, чему там тебя научили на вашем философско-богословском факультете, но понятие счастья – одна из ведущих иллюзий человечества. Это призрак, мираж в пустыне. Повод, чтобы отвлечь мозги от привычных вещей. Счастье – это такая же размытая абстракция, как и любовь, не имеющая ни определения, ни состояния, ни конечной цели, и придуманное человечеством исключительно для того, чтобы такие мечтатели, как ты, не остались без пищи для размышлений. Счастье – это информационно-энергетическое состояние души», – произнес спасатель и бросил в воду маленький круглый камень. «А все остальное, в первую очередь так называемые привычные вещи, не что иное, как круги на воде». «Привычка свыше нам дана, замена счастью она», – задумчиво процитировал Клим. «Насчет свыше не уверен, а вот с тем, что привычки – обманчивый заменитель счастья, полностью и целиком согласен. Более того, это один из самых распространенных наркотиков нашего времени. Вот скажи, Клим, тебе знакомы беспричинная хандра, глубокое уныние и смертельная тоска, которые появляются из ниоткуда и внезапно, наваливаясь всей своей тяжестью? Впрочем, можешь не отвечать, я и так знаю ответ. А ведь в этом состоянии время от времени находятся все смертные, которые годами живут под тяжестью своих привычек и боятся высунуть нос наружу, чтобы не увидеть там истинную причину происходящего. Да, им неуютно и дискомфортно, но они к этому привыкли.
Конечно, проще толкаться в душной и тесной комнатке своей старой жизни и успокаивать себя традиционными и пустившими корни в самую душу мыслями типа «судьба у меня такая». Не всем же должно повезти в этой жизни. Значит, так сложилось. И ведь многие другие точно так же живут. Тысячи поколений старались над созданием разрушительной машины привычек, которая перемолола миллионы судеб, не говоря уже о самих душах. Хотя, безусловно, грусть, тоска и прочее могут быть вызваны целым рядом объективных причин. Проблемы на работе, развод, безденежье, болезнь, отсутствие любви, измена, предательство. Но на самом деле все это побочное явление и следствие отсутствия самой главной причины – умения быть счастливым. «Толковый ты парень, Гел, или как там тебя?» – сказал Клим, внимательно выслушав собеседника. «Когда я был в твоем возрасте, я тоже подобным образом мечтал, рассуждал, анализировал, верил. Но жизнь берет свое. Я повзрослел и понял, что все гораздо сложнее. У каждого свое понимание счастья, сугубо индивидуально. Ваше человеческое счастье настолько же у каждого свое и имеет такие же громадные отличия, как, к примеру, у лица китайцев отличаются от лиц европейцев. Два глаза, два уха. Так и счастье, оно абсолютно для всех одинаково. Индивидуально лишь поверхностное его ощущение, даже тоска, Клим. Это внезапная тоска, которая периодически терзает всех людей по разным причинам. Ничто иное, как грусть души по давно утраченным мечтам. Друг, я тоже когда-то пытался найти дорогу в утерянный рай и даже повести за собой все человечество, освещая ему путь собственным горящим сердцем, усмехнувшись, перебил его Клим. Все прошло. Как выяснилось, человечеству в одну сторону, мне в другую, а законы бытия изменить нельзя. А их и не нужно менять, воскликнул чудак. Их надо знать и выполнять. Только тогда есть шанс чаще быть счастливым. «Ну и что для этого требуется?» – скептически спросил Клим. «Нужно иметь цельный фундамент души и четкую внутреннюю систему координат, которая совпадает со Вселенной, как полярная звезда в системе координат Земли, которая всегда указывает на север», – ответил спасатель и, поднявшись, встал рядом с Климом возле самой кромки моря. «Вот смотри, ты же не видишь вдалеке морское дно?» Там, на глубине, оно скрыто от глаз, но ты веришь, что оно там есть. Поверхность могут баламутить любые волны, шторма, но все равно они не нарушают стабильности и постоянства дна, как фундамента. Так вот, с душой происходит то же самое. Состояние души – не поэтическое словосочетание, а очень глубокая, фундаментальная по своей сути информационно-энергетическая субстанция. Все видимые проявления твоей жизни – это периодические всплески на воде, вызываемые то положительными, то отрицательными эмоциями. Но что бы ни появлялось на твоей поверхности, будь то настоящий шторм или просто игровые барашки, некая суета-сует не нарушит твой прочный фундамент, если ты сам его не разрушишь. Вспомни декабрьскую катастрофу 2004 года. В результате сильнейшего цунами погибло более 300 тысяч человек в 6 странах Юго-Восточной Азии. А знаешь, с чего все началось? С нарушений в самом фундаменте. Сдвиг тектонических плит Земли в акватории Индийского океана буквально через несколько минут повлек за собой разрушительную волну цунами, которая уничтожила тысячи населенных пунктов и сотни тысяч жизней. Понятно для сравнения? Так вот, чтобы волны твоей жизни не превратились в разрушительное цунами, нужно иметь в душе настоящий и прочный фундамент и не позволять его расшатывать обидой, злобой, завистью и гневом. Это может оказаться смертельным для твоей же жизни. «Говорить всегда легко, а вот сделать», – ухмыльнулся Клим. Вселенная не знает, что значит «не умею».
Божественная мудрость и законы мироздания всегда были доступны для всех. Нужно лишь отыскать их в своем сердце. Ну а смысл в чем, философ? В чем смысл жизни? Взорвался Клим, нарушая звенящую тишину. Мне все равно скоро конец. Или ты чего-то так и не понял? Перед тобой стоит смертельно больной человек, а ты ему втираешь о настоящем счастье. То, что гусеница считает своим концом существования, создатель видит началом нового этапа жизни, то есть бабочки, тихо, но очень убедительно произнес спасатель. Ты слишком долго находился в закапсулированном состоянии, однако у тебя есть выбор. Или немедленно разорвать свой кокон и выбраться наружу, или оставаться в нем до самой смерти. «Ты что, студент, решил меня жизни поучить?» – ощетинился Клим. «Когда ученик готов, тогда и появляется учитель», – совершенно благодушно сказал чудак, пропустив мимо ушей колкость. «Это ты себя, что ли, учителем называешь?» – иронично вставил Клим и хотел было продолжить, но тут откуда-то сверху раздались громкие и настойчивые гудки автомобиля. Клим подошел к подножию горы и рассмотрел появившуюся на вершине фигуру своего водителя. «Клим Александрович!» – закричал Ильич, подбежав к самому выступу. «Вы в порядке?» «В полном!» – отозвался Клим. «Жди меня наверху, сейчас поднимусь». «Помощь нужна, а то я уже начал беспокоиться. Вы мне долго не звоните, а ваш мобильный оказался вне зоны доступа». «Нет, все нормально!» – крикнул Клим и повернулся, чтобы попрощаться со спасателем. В следующее мгновение он не поверил своим глазам, берег был пустынным. А на том месте, где пару минут назад стояла причаленная лодка, беззаботно плескались одни лишь волны. «Эй, студент! Ну и шутки у тебя! Я ухожу!» Похоже, чудак таким образом теперь решил продолжить свои странные игры. «Философ, выходи! Хочу тебе еще раз спасибо напоследок сказать». Морщась от холода, Клим зашел по колено в воду и попытался заглянуть за большие валуны, выглядывавшие из воды. Ответом по-прежнему был размеренный шелест моря и ленивый крик редких чаек, пролетающих над волнами. «Фантастика!» Клим раздосадованно пожал плечами и, повыше закатав намокшие брюки, начал подниматься на гору. «Вы там что-то потеряли?» – спросил Ильич, когда Клим вскарабкался наверх. «Я видел, как вы бегали по берегу». «Да человека одного». Клим с трудом переводил дыхание после крутого подъема. «Кстати, ты не заметил, куда он делся?» «Кто?» – удивился Ильич. «Кроме вас внизу никого не было. Пляжный сезон-то уже закончился». «Прямо никого не было!» – хмыкнул Клим и потянул ошарашенного водителя к краю обрыва. «Хочешь сказать, что ты отсюда ничего не видел? Вон там, возле берега, стояла спасательная лодка. А вон там, где сидел я, был еще один человек, худощавый такой, щуплый с виду парень. Ну и...» «Да нет, Клим Саныч», – простодушно ответил Ильич. «Я же говорю, что никого не видел. А когда это было?» «Ты что, издеваешься?» – взвился Клим. «Я говорил с этим человеком до тех пор, пока ты меня не позвал». Водитель промолчал, поскольку это был как раз тот случай, когда ему действительно нечего было сказать, а Клим почувствовал, как его рассудок вдруг резко начал мутнеть. «Или вокруг меня сплошные идиоты, или это я сошел с ума». «А где это вы так вывалились?» – добродушно заметил Ильич, заботливо отряхивая пиджак шефа. «Ох и налипло тут на вас всякого! Песок, репьяки, водоросли, даже перья какие-то! Чайки не нападали?» – пошутил водитель, сдувая в сторону небольшое перо цвета чистого снега. Клим молча, с остановившимся взглядом, смотрел в одну точку – туда, где совсем недавно стояла спасательная лодка. «Клим Саныч, с вами точно все в порядке?» – с тревогой в голосе переспросил Ильич. «Так говоришь, ничего не видел?» – Клим угрожающе прищурил стальные глаза. «Значит, по-твоему, следует, что я сошел с ума, да?» «Ну что вы!» – испуганно замахал руками Ильич, прекрасно знавший нрав своего шефа. «Я мог и ошибиться. Знаете, как иногда зрение подводит в сумерках. В том-то и дело, что не знаю!» – рявкнул Клим и быстро направился к машине.
Ему захотелось домой. И как можно скорее. Это был отрывок из книги «Перекресток». Авторы Владимир Чиповой и Анна Ясная. «Перекресток» – одна из гипотез, отвечающая на вопрос, зачем мы приходим в этот мир и в чем смысл нашего существования. Увлекательный сюжет, философский подтекст, какой выбор сделает герой, что выбирает каждый из нас. Книгу «Перекресток» я прочитал лет 7-8 назад, в 2012 или 2013 году, и с тех пор всегда рекомендую эту книгу к прочтению всем без исключения. Если ты неожиданно узнал, что заболел, и жить осталось всего ничего, все-все-все твои привычные жизненные приоритеты становятся другими. На этом все. Всего хорошего. Канал «Веб-рассказ». Юрий Шатохин, Новосибирск. До свидания.